Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Инаугурация президента. Александр Лукашенко официально вступил в должность. Это день нашей с вами победы. Как это было? Селфи с риском для жизни. Специалисты напомнили правила безопасности. Нарушение – это делать селфи на металлических опорах линий. Как избежать напряжения? Непростое увлечение. Бобручанин стал лучшим на Junior Skills. Я нервничал очень, но все-таки занял второе место. Чем удивил юный техник? Гоночные болиды. Бобруйск примет сразу два чемпионата по автомодельному спорту. Когда? 26 и 27 сентября. А также «Славянское братство», возобновленные рейсы и летний прогноз. «Бабье лето» продолжает радовать белорусов, что покажут термометры. Александр Лукашенко вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости. На мероприятии присутствовало почти 700 человек. Высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполкомов, республиканских СМИ, деятели науки, культуры и спорта. День вступления в должность президента – это день нашей с вами победы. Убедительный и судьбоносный. Мы не просто выбирали президента страны, мы защищали наши ценности, нашу мирную жизнь, наш суверенитет и нашу независимость. И в этом плане нам предстоит еще немало сделать. Да, текущий год войдет в историю Беларуси как крайне эмоциональный период. Нашей государственности был брошен беспрецедентный вызов. Вызов неоднократно отработанных безотказных технологий уничтожения независимых государств. Но мы оказались в числе очень немногих, даже, может быть, единственные, где цветная революция не состоялась. И это выбор белорусов, которые ни в коем случае не хотят потерять страну. В соответствии с Конституцией, только после принесения присяги президент официально вступает в должность. Александр Лукашенко произнес текст на родном языке и подписал акт о принесении присяги. Боевая подготовка, уверенная победа и новый поезд. Железнодорожный состав свяжет Гомель и Витебск. Сколько будет стоить билет? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Беларусь возобновляет рейсы в Москву с 30 сентября. Полеты будут выполняться по средам в аэропорт Домодедово. Информация по ограничениям при въезде в Россию появится в ближайшее время. Российская сторона возобновит рейсы из Москвы в Минск с 26 числа. Полеты будут выполняться раз в неделю по субботам. Второй этап учения «Славянское братство» продолжается. МиГ-29, Су-30СМ, Як-130 нанесли удары с воздуха с целью ликвидации незаконных вооруженных формирований условного противника. Также были отработаны задачи, которые выполнили дежурные силы по противовоздушной обороне ВВС совместно с российскими коллегами. Там же задействовали сухопутные войска и наземную боевую технику. БелЖД назначила новый поезд «Гомель-Витебск». Состав будет отправляться из Южного областного центра по воскресенье в 17:16 и прибывать в северную столицу в 23:26. В обратном направлении в час ночи понедельника прибытие в Гомель в 7:36 утра. В пути он сделает остановки на станциях Будокошелевская, Жлобина, Рогачев, Быхов, Могилев, Шхов и Орша. Стоимость проезда в плацкартном вагоне 10 рублей 96 копеек, купейным чуть более 15. Футболистки сборной Беларуси одержали вторую победу над командой Фарерских островов в отборочном цикле чемпионата Европы 2-0. На этот раз наши играли на выезде, все голы забиты во втором тайме. Напомним, в первом круге белорусские разгромили островитянок в Борисове с результатом 6-0. Свой следующий поединок белокрылые проведут 21 октября в Норвегии. Стали очевидцем происшествия, бьетесь над решением наболевшей проблемы, есть эксклюзив. Корреспонденты «Бобруйск-360» готовы выехать на место событий прямо сейчас. Телефон горячей линии на ваших экранах. Прогулка ценой в жизнь. Всем давно известны элементарные правила безопасности возле линии электропередач. Гулять под ними – угроза для здоровья, залазить на опоры и вовсе чревато самыми печальными последствиями. Но многих гонка за, например, эффектными селфи не останавливает ни перед чем. Специалисты Госэнерго-Газнадзора ежедневно проводят информационную работу по предупреждению аварий и профилактике травматизма в энергоустановках, начиная с самых маленьких граждан. Распространенное в последнее время среди детей –
нарушение – это делать селфи на металлических опорах линий. Электротравмы можно получить, даже ни к чему не притрагиваясь. Провода находятся под высоким напряжением, поэтому поражение тока может произойти через воздух. С малых лет необходимо зарубить себе на носу. Высокое напряжение убивает. Поэтому к опорам ЛЭП, открытым и закрытым распределительным устройством, трансформаторным будкам приближаться категорически запрещено. Экзамен на прочность. Республиканский конкурс Junior Skills Беларусь завершен. За звание «самый-самый» боролись 116 молодых белорусов. В числе призеров бобручанин. С юным дарованием пообщалась Анастасия Шевцова. Константину Разводовскому 12, но мальчик уже смело борется за звание мастер на все руки. Костя самостоятельно может выявить и исправить поломку в бытовой или компьютерной технике. У меня папа ремонтирует всякие вещи, и я за этим наблюдала, очень хотела тоже стать таким. Мне паяльник купили где-то в 9 лет. Родители вовремя заметили стремление и талант, предложили заниматься в объединении по интересам радиотехническое конструирование. Через 2 года непростое увлечение принесло плоды. Костя попал на республиканский конкурс Junior Skills Беларусь. В этом году он объединил 116 молодых умов со всей страны. World Skills – это твой новый старт. Старт в будущее. Движение Junior Skills возникло еще в 2015-м. Его посыл – познакомить школьников с миром современных профессий, проверить знания и помочь определиться с выбором специальности. Сперва бобручанин победил на областном этапе конкурса, а в середине сентября защищал честь Могилевского региона в столице. На республике там было очень много экспертов. Все на меня смотрели, глазели, я нервничал очень, но все-таки занял 2-е место. За победу Костя боролся в компетенции электроника и уступил буквально несколько баллов своему визави. Подготовиться к непростому экзамену помогал талантливый педагог Сергей Дубинский. Участие в конкурсах прививает уже стремление к чему-то у ребенка. Он уже понимает цель в жизни, и у него появляется профориентирование. И уже, я думаю, что Константин уже определился в смысле своей жизни и будет знать, куда он будет поступать в будущем. Костя – первый бобручанин, который оказался в рядах финалистов Junior Skills. В 2018-м навыки в конкурсе демонстрировали другие воспитанники Центра доп. Образования. Тогда молодые таланты заняли 2-е место в области. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Скорость и нешуточная борьба. На неделе Бобруйск примет сразу 2 чемпионата по автомодельному спорту. Старт уже в четверг. Первый заезд в рамках 18-й республиканской спартакиады учащихся по техническим видам спорта примет лесотехнический колледж. Второй проведут в городском парке на трассе для радиоуправляемых моделей. 26 и 27 сентября 2020 года в нашем городе состоится 2-й этап чемпионата Республики Беларусь по автомодельному спорту. Всех, кто любит скорость, драйв, добро пожаловать, мы вас ждем. Вход свободный. Узнать более подробную информацию можно в инстаграм-аккаунте Центра доп. Образования. В Беларуси выздоровели и выписаны 73 564 пациента с COVID-19. Зарегистрированы более 76 тысяч человек с положительным тестом на коронавирус. Всего проведено порядка 1 760 тысяч тестов, такие данные приводит Минздрав. Усиление карантинных ограничений в мире происходит на фоне роста заболеваемости. Инфицированных уже 31,5 миллион. В Сингапуре для минимизации контактов изобрели специального робота. Технология позволяет быстрее и менее болезненно собирать кровь для анализов у пациентов. По словам разработчиков, такая инновация уменьшает риск потенциального заражения во время взятия теста не только у врачей, но и у пациентов. Это рекорд. Накануне в стране побиты температурные экстремумы 80-х. Погода и дальше продолжит баловать белорусов летним дежавю. За окном будет без дождей и сильного ветра. Надолго ли тренд? Мария Бересневич. Переменная облачность без осадков – такой девиз четверга. Погода в Беларуси будет формировать область повышенного атмосферного давления и теплая воздушная масса, поступающая с Европы. Ночью и утром в отдельных районах страны сгустится непродолжительный туман. Умеренный ветер подует с юго-востока. Максимальный столбик термометра достигнет отметки в 27 градусов. Температурный рекорд накануне побит в 4 городах Беларуси. Теплее всего было в Житковичах. Там зафиксировали 26,5 градусов. Подобная сентябрьская жара была лишь в 1983.
В американском штате Орегон в борьбе со стихией жители пошли на крайние меры. В городе Форест Гроув наняли на работу 230 коз. Их задача – борьба с лесными пожарами. Согласно контракту, животные должны съесть в местной роще всю сухую траву, которая может вспыхнуть. К слову, сегодня это востребованная услуга. Коз возят по городам США за $800 в сутки. Обычно они справляются за несколько дней. Площадь прибрежных ледников в Арктике приблизилась к рекордному минимуму – чуть более 3,5 миллионов квадратных километров. Специалисты подчеркивают, в последний раз схожие цифры ледового покрова были зафиксированы 42 года назад. Сильнее всего от таяния пострадали ледники Гренландского и моря Лаптевых. Уменьшение означает изменение ареала тамошней фауны под угрозой белые медведи. Завтра в Бобруйске будет ясно, дожди не ожидаются. Ближе к вечеру прогнозируется небольшая облачность. Утром будет от плюс 11, днем до 23. Ветер южный, порывы до 6 метров в секунду. В пятницу воздух прогреется еще сильнее. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360. Это все и события к этой минуте. Следите за новостями в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо!